Вы чё, блядь, нахуй, пацана, хуй? Нет, тебе, с***, вы чё делаете, чё творите, нет? Сюда снимай! Любишь медок, люби и холодок. Кричали пьяные пчелы, вытаскивая медведя из берлоги на снег. Всемирный день бородатого анекдота добрался и до сорок. Единственного города в мире, где коней воруют даже в шахматах. А люстры из драгоценных камней еще не повод не стирать в дождевой воде. А вот и дом цыганского барона Артура Чараря. Забегай, не зли собаку. В столице цыганского мира сороках, как говорится, запахло весной. А потому даже в доме самого главного папочки все разговоры исключительно по Фрейду. Ты же знаешь, что я не хожу по чужим, только к своим. Только к своим, да? Да? Знакомым? Только к знакомым. Ну дай бог, чтоб ты ходили домой, чтоб пришел. Но, кажется, к байкам о похождениях мужа супруга барона Лидия Алексеевна уже давно привыкла. А потому, слушая об очередной бабе, лишь отсмеивается. Я понимаю, что твоя улыбка, под твоей улыбкой скрывается многое. Многое? Да. Многое. Я понимаю. Вот что с людьми жизненный опыт делает. А годиков там 20 назад без скалки или сковородки вряд ли бы обошлось. Моя Снегурочка. Моя Снегурочка, Дед Мороз, Дед Мороз, Снегурочка ты моя. Изрядно поездив по ушам любимой гусарскими историями, довольный собой крестный папочка идет вздремнуть часок-другой. А Лидия Алексеевна того гляди налепит пирожков с мясом в форме сердечек. Такой креатив от мамы за обедом точно оценят дочери барона Соня и Анжела. Весеннее настроение не обошло девушек стороной. А пока Соня обогащает телефонные компании бесконечными разговорами с мужем, разведенной Анжеле приходится перебиваться сплетнями баснями с бабушкой Ненекой. Все, бабуля, больше об этом не говори никому. Все, это между нами. Хорошо? Даже дядя барона Людвиг, изменив привычки, бежит из ларька домой с цветком, а не чекушкой в руке. Хотя есть подозрение, что она у него во внутреннем кармане. Но это дело не меняет. Романтика. Куда же без нее? А пока все взрослые вокруг заняты амурными делами, ответственным за порядок и мораль, самоназначился трехлетний Васька. И не стоит его недооценивать. Этот боец и не такого видал. Пулеметчиком был, и полковником был. Эй, контуженный, иди сюда. Явно не способствует душевным порывам и десятки камер, установленных вокруг. Ведь по условиям шоу одна из самых закрытых семей цыганского мира целый месяц будет жить под круглосуточным наблюдением, когда все тайное становится явным. А закрытый цыганский мир ближе, чем когда-либо раньше. Все, мешать. Давай. Что-то, ну-ка. Давай быстро. Добро пожаловать в Сороки. Закрытый город их свободы, где жизнь течет по законам клана. В прошлых сериях клана. Не мы первые, не мы последние, но разборки будут конкретные. Так, сестра, послушай меня, пожалуйста, внимательно. Ты мне можешь помочь? Анжелка меня попросила, но чтобы я к этим подошла, и она хочет встретиться. Не ходи ты, не надо. А ей скажи, что ты была. Кто пил, будет пить, тот-то и будет есть. Я тебе закодирую на 20 лет. Не хочу замуж, все, не говорите больше, а то я убегу из дома. А мне команду, дарафтаканак. Ты сказала, чтобы я уходила, все, я ухожу. Не надо уходить, я буду умирать. Но я так не выйду замуж, как вы хотите. А гарантия, как? Чтобы была, что он меня не оставит. Что мы делаем? Делаем свадьбу или вечер? Свадьбу.
смотрите сегодня в программе «Наркотики в Сороках». Кто подставил барона и спровоцировал народный бунт? Чтобы было видно, кто заходит, кто выходит отсюда. Договорились или нет? Как пожарные цыганам к свадьбе готовиться помогали? Аша, счастье, радости. И трезвость против Людвига. 0-1. Матч закончен. Ребята, давай выпьем по 100 грамм. Когда? Сейчас. Не нужно долго жить в Сороках, чтобы понять. Ничто так не бодрит местных цыган, как приближение свадьбы. Открытые для всех ворота. Еда, алкоголь и танцы до упаду. Но, как говорится, кому свадьба, а кому и на кухне неделю потрачить. А потому лица женской половины клана Чарарей, включая виновницу будущего торжества Дуню, с утра, мягко говоря, невеселы. Мы будем готовить им голубцы, наши национальные голубцы из индюка. С косточками будем? С косточками, обязательно с косточками. И мамалигу будем приготавливать, будем принимать гостей красиво. Ну обязательно как всегда, же это как надо, всегда. Мам. Без этого же никак. Чай, мама. Да. Чай? Но ты мне поможешь? Конечно, мам! Не весел был утром и сам барон, ведь высокий статус главы клана никак не освобождал его от помощи по хозяйству. А потому, оценив масштабы работы, Артур Чарарь срочно куда-то засобирался. Но проскочить мимо жены незамеченным барону помешал неожиданный гость. Артур Михайлович! Да? Можно вас, пожалуйста, на минутку? Кто там? Конор. Князь Бахталов. Люди жалуются, там какие-то делами занимаетесь, сплетни на вас, что там, я не знаю, какие-то черными делами занимаетесь, все жалуются на вас. А именно что конкретно? Уже через минуту было понятно, присутствие камер никак не добавляло откровенности этому разговору. Пришедший явно мялся, чем злил не только нас, но и барона. Прийти в дом крестного отца и говорить ребусами было, мягко говоря, небезопасно. А потому, осознавая это и собравшись духом, парень решил рубить правду матку. И будь что будет. Я продаю, что это. Да, вы продаете что-то, наркотики там, говорят, какие-то делами. Я не могу понять, все люди на вас жалуются. Вам сказали, 3 дня дадите, чтобы вы доказали или что-то там убедили, что это бы не вы. А как можно обвинять человека, не зная, не убедившись? Как можно? Я просто спрашиваю вообще по большому счету. Ого, ничего так холодной водой облили. В Сороках, несмотря на стереотипы, никогда не церемонились с наркоторговцами. А в домах тех, кто пробовал травить своих, уже несколько лет живут только ящерицы и ежики. Многие остались без мужей, многие остались без отцов, дети особенно. Поймите меня правильно, это нечисть. Для врагов клана это был целый вагон конфет, неожиданно упавший с небес на землю. Артур Чарарь не сомневался. В Сороках найдется 2-3 десятка домов, где сделают все, чтобы сплетня о его причастности к наркобизнесу разлетелась как можно быстрее и дальше. А слухи в цыганском мире подобны снежному кому. Если не остановить вначале, он снесет все на своем пути. В общем, вариантов было всего 2. Или опровергнуть сплетни, или потерять все. Хорошо, не вопрос. Ну, разберитесь как-нибудь. Вам сказали, вот 3 дня нет. Нам факты дадите. Давай что-то проявим, как говорится, терпение. И я всех положу по полочкам, ну, разложу. Ну, вот это бы было лучше. Потому что... Сказали, ладно, надо доказать, что это не так. Сынок, я тебя попрошу. Хорошо, давай, Артур иди Михайлович. Иди скажи, что я через минут 40 подъеду туда. Хорошо. Через час. Хорошо, хорошо. Сынок, это неправда. Ну, я понимаю, это может, неправда. Это неправда, может, не это верь. Сплетни, но надо не доказать верь. Людям. Хорошо, вы мы как бы барон наш, нам доказываете. Обязательно нас... будем все, доказать. Спасибо. Все, до свидания, Артур Михайлович, мы вас ждем. Ультиматум и просто понимание. Если знает Пятачок, значит, знают все Сороки. Вот так приплыли. Уж лучше бы по хозяйству помог. А пока все Сороки гудели о связях с наркобизнесом самого барона, в доме его дяди Людвига мы резко вспомнили красивое слово «дежавю». Все на тех же местах, все в той же одежде. Честное слово, как не уходили. Идет заяц. Не надо мне про зайцев. А что, Левку? Идет заяц. И это как его? И волк. Наверное. Нет, она хочет... Крот. Заяц и крот. Крот. И идут, такой лес, такая красота, такая природа, такая красота идет. И он говорит, заяц этому, как
Как его? Крот. Тебе в рот, не обивай анекдот. Понял? А вот это вот? Да. Вот оно, чем ты хотел сказать. Молодец. Всего несколько дней назад жена Людвига Домка попробовала закодировать своего красавца, так сказать, народными методами. Отведав в свое время даже тройной одеколон, натуральный отвар из шишек и петрушки, казалось бы, всеядный Людвиг полностью не осилил. Но жена была довольна и, ежесекундно причитая, с надеждой ждала утра. У меня очень тяжелая жизнь была, очень. Мальчик, это сын был больной. Потом после этого я боролся с ним много лет. Хотел закодировать ему. В больницу я его отвезла, где там лежат алкоголь вот эти. 2-3 раза лежал. Не пил по месяц, опять начал пить. Целое утро Домка не спускала с Людвига глаз. Но не зря же она весь вечер старалась. Напиться под таким присмотром у дядюшки барона не было ни единого шанса. Хотя, чего это мы вот так сразу и недооцениваем эффективность цыганской народной медицины? А то одни везет его до конца и до конца везет. Что найдет в доме, он все везет. Или по магазинам, или по столовым, или где-то он ходит и только дает за водкой. Ровно до 12 дня Людвиг продержался молодцом. А довольная собой Домка побежала хвалиться успехами к соседкам. Вот где начало настоящего теста на прочность, подумали мы. И не ошиблись. Ведь пока Домки не было дома, проинспектировать отношение Людвига к трезвости пришли члены неправительственной организации «Братцы-алкоголики» Стелла и Вася. Ребята, давай выпьем по 100 грамм. Когда? Сейчас. А кто дает? А кто дает, кто добивает. А сейчас принесут. Вот это другое дело. Сейчас принесут. И будем пить по 100 грамм. А кто будет пить? А я буду шампанской или ликер. А ты что будешь? Неизвестно. Что горит, тот пьет. Ну, что покрепче. Да. Но собака горячего не ест. А, не чай ест? Только не надо. Эх, представляем, как расстроится Домка. Хотя, с другой стороны, побороть любовь со стажем отваром из шишек было слегка наивно. И делается такой спирт, вай-вай-вай. Не нужно. Это 100-процентовый. Не надо. Ну, то есть 100 градусов. Не, 100 градусов. Ты хочешь, чтобы нож не держит 100 да. градусов, но 50... Чтобы одежда сгорела. Да, 50 да, еще там. Можно. Ремешок. Да, 50-45. Да, можно еще 50-40. А 100 градусов куда? Не надо. Куда? Там по капле надо пить. А пока дядя барона мысленно сражался со 100-градусным самогоном, сам Артур Чераль тоже рисковал сгореть. От стыда. Откуда растут ноги у истории с наркотиками, барону еще предстояло узнать. Но несложно было догадаться, как же радуются такому повороту событий враги клана. Да и решение таких пикантных вопросов во время съемок реалити явно не добавляло уверенности. Поймите меня правильно. Я всю жизнь, и я, и папа мой, и многие наши родственники, и многие наши сородичи борются с этим злом. Но, быстро откинув план шашки наголо, Артур Чераль решает обсудить проблему с женой. Будучи дочерью легендарного чеботаря, Лидия Алексеевна способна хотя бы на время успокоить большую часть сорочинских цыган. Людям рот не закрой. Какие тебе дома, пусть говорят. Ни хавков, ни выпивоном, а вообще еще ничего не давать им. Тем более не закроешь. Не закроешь, ничего. Пусть говорят. Главное, что это ничего не правда. И правда не будет такой. Лида, если надо будет, я пойду в церковь. И не здесь в церковь, а в Почаевском монастыре. Я там пойду. Баронесса обещает мужу сделать несколько правильных звонков. И пока крестный отец шагал к машине, Лидия Алексеевна уже знала. Наркопривет главному цыгану Сорок передал его дядюшка Орести. С учетом возраста старика и его принадлежности к клану, это было слегка странно. Люди добрые, не делайте на этом бизнес. Этот бизнес рано или поздно вас все равно заденет. И заденет так, что вам мало не покажется. Я вас прошу. Включив режим нитро, «Жигули» Артура Чераля буквально полетели к дому кузнеца Орести. Вспоминая Людвига, мы уже представляли себе, как выглядит очередной дядюшка барона. И не ошиблись. Дядюшка Орести как раз решил подышать свежим воздухом и сходить за хлебом. Но домой он вернулся без заветного батона.
и, можно сказать, на такси. Правда, вот с этим таксистом ему предстоял разговор серьезней некуда. Дядя арест. Что это за? Там нету. Посмотри лучше. Ну, субботи, если я сказал, ты посмотреть лучше. Дай сейчас посмотрю. Это не это? А здесь нету ничего. Ничего, да нет никуда. Это был какой-то театр абсурда. Ведь связь между наркотиками и печкой такая же, как между яблоками и полотенцем. И лишь спустя несколько минут стало понятно. Первая часть, так сказать, разговора по душам прошла еще в машине. Там, казалось бы, начисто разорванные ниточки быстро срослись в один клубок. В старой печке, взятой со склада, контролируемого бароном, кузнец Орести действительно нашел что-то очень похожее на наркотики. Подожди. Здесь нету ничего, дядя Орест. Нет, там ничего. Вспомни, пожалуйста, кто у тебя был во дворе здесь? Тут было ребята. Кто? Русские, молдаване. Молдаване были, и русские были. Ну а как, суп? И там я поклоп дверей там остался. А может быть, ты взял отсюда и поставил куда-нибудь другую? Нет, не знаю, дорогой. А вот это уже не смешно. Сплетни есть. Люди на ушах. А главной улики, смиренно пролежавшей в печке несколько часов, вдруг не стало. Не нужно быть Шерлоком, чтобы понять, с учетом возраста и внимательности кузнеца, реальный хозяин чудо-пакетика вполне мог наведаться к нему в гости. Задача моментально усложнилась. Ведь переубедить людей на сходке без доказательств будет просто невозможно. Хорошо, ну вот она от склада металлолома. Что ты там нашел и как нашел? Почему ты не позвонил мне? Я позвонил тебе, ты не был дома. Ну ты что, не мог сказать жене моей, супруге по телефону, сказать, чтобы срочно подъехали? Или это было, как я бы не сказал? Ну так же не... Это не дело. Чтобы остаться во главе клана, Артуру Чирарю придется самому расследовать это дело. Но удастся ли барону сохранить имя и победить обстоятельства? Остается лишь дождаться. Тем временем во дворе барона утро проходило под девизом «Наркотики наркотиками», а свадьба по расписанию. И хотя каждая хозяйка знает, с плохим настроением тесту ни-ни, отступать было некуда. Особенно с учетом принятых у цыган масштабов торжества. Чего только стоит 500 яиц в тесте. Очень красивое тесто выходит, очень красивый каравай выходит, когда благородное сердце у человека. Вот я делаю тесто и на улицу ставлю. И оно на улице поднимается. На улицу их поднимается. Васька, да. Первый каравай – это его. С изюмом, с вареньем любит. Но что было много варенья. Вести неравный бой с целым корытом теста баронессе помогает ее младшая дочь, красавица Анжела. Ушти, Вась! Местные цыгане хорошо знают. Специализация этой бестии в розовом халате – нарезание салатов. И ее 3 дня ада еще впереди. Если только у отца все будет хорошо. Ведь иначе не только салатов, но и свадьбы не будет. Молоко с сахаром. Гад. А что лез это? Не знаю, что сказать. Настроение во дворе явно не праздничное. И только Васька в костюме для обложки цыганской шоколадки «Аленушка» пытается поймать в мешок хоть кого-нибудь из съемочной группы. Спасать невинные жизни от сына в косынке и с мешком у мамы Васьки явно не было времени. Вылив в корыто последний литр масла, Анжела пулей вылетела со двора. Пожарным пошла, сухо сказала баронесса. А мы, приняв это за тонкий цыганский юмор, переместились на окраину Сорок, где барон Артур Чирарь готовился устроить нагоняй рабочим местного пункта приема металлолома. Павлик! Что ты еле двигаешься? Да? Здравствуй, Павлик. А где это самое? Тут разгружают, да? Аврел, а ну-ка иди сюда. Иди сюда, я сказал. Именно отсюда к кузнецу Оресте попала та самая старая печка с сюрпризом внутри. Барон уверен,
Устроить тайники на хорошо охраняемой базе мог один из рабочих молдаван. И с учетом масштабов скандала кому-то сейчас явно не поздоровится. Ты мне скажи, вы что мне подставляете? Вы что, я наркотой не... торгуете или что? Нет. Вы что, мне Артур хотите Михайлович, под монастырь вот это самое? Артур Михайлович, не надо, вы же знаете, мы такими вещами не занимаемся. Ты смотри вы мне, меня не обижаете. Ответишь. По полной. Ну а что случилось? Я же тебе говорю про наркоту. Тут было в печке, говорят, что нашли наркоту какой-то. И меня это самое известил этот же, как его, кузнец. Где? Где? Что? Чего? Артур Михайлович, вы же знаете, мы такими вещами не занимаемся. Я тебя уволю, я тебе сказал, а если надо, я посажу тебя. Выдержав почти артиллерийский обстрел из отборных матюков, рабочий переходит к активной обороне. По каждой железяке на складе должна быть запись в журнале. А значит, несложно узнать, сколько времени печка пробыла здесь, а главное, кто ее принимал и на чьем участке стояла. Во сколько этот пришел? В 11:30. Вот тут записано. В 11:30 он заходил. А печку когда кузнец забрал? Ну, час назад, буквально час назад он забрал печку. Да, это сразу переворачивало все с ног на голову. Устраивать тайники в печке всего-то полтора часа, простоявшие на складе у всех на виду, было просто нелогично. С другой стороны, приносить металл в пункт приема, зная о наркотиках внутри, тоже было чем-то за гранью здравого разума. А значит, весьма вероятно, что молдаванин, пришедший получить несколько десятков лей за старую печку, не был ее реальным хозяином. Так русский молдаван или цыган? Кто? Молдаван. Ты мне скажи конкретно. Молдаванин был. Молдаванин? Да, молдаван был. А как он выглядит? Хоть приметы? Что, ну, чего? Ну вот, среднего телосложения такого. Раньше он приходил к нам здесь или нет? Ну, бывал, раньше бывал. Ситуация становилась критической. Найти человека без имени и особых примет было сложно, даже подключив к поискам всех жителей Цыганской горки. А потому, раздав рабочим, как говорится, на погоны, Артур Чарарь идет к машине, окончательно решив по дороге включать самый неприятный для себя сценарий и обращаться за помощью в местную полицию. Но уже по дороге цыганский барон меняет планы. Телефоны знакомых в отделении полиции упорно молчат, а значит, можно ненадолго заехать домой. А пока крестный отец всеми силами борется за свое честное имя, его дядя Людвиг с не меньшим усердием борется со сном. Во-первых, проглоченные жидкие градусы давали о себе знать. А во-вторых, как это часто бывает, приняв лишнего, подругу Людвига Стеллу моментально тянуло на романтику. Свадьба моя. Когда была свадьба моя, ну, папа, мама дала мне за другого, что я не любила. Я любила Хуяна. Сатаки. Так его зовут Хуян. Что мне делать? Плачу, не надо, не хочу. Ну ладно, уже пришло, уже свадьбу сыграли, уже ночью приходит ночь. И что делай? Взяла такси и бежала в атаке. Молодец. Свадьба еще утром играет. Свадьба. Ищут, ищут меня, нету. Все, иду топиться. Пошла в Нестру, такой взял халат белый. Испугалась всех. И что не топил? И рыбы успокоились, ушли, и рыба оттуда. И рыба умерла, все. Как видим, присутствие мужа Васи никак не останавливает эту горячую леди от рассказов о своих прошлых похождениях. Но Васю явно заботят иные проблемы. Он знаками показывает Людвигу, пора бежать за добавкой. А Стелла тем временем снова заводит старую шарманку. И взяла эту платье свайпельно и пошла и утопилась. Один парень подошел. Увы, невестка тонет. Как тонет невестка? Чтобы он сдох, тот парень. Что-то не утопилось. Утопилось бы, легче было бы всем. Почему? Что я тебе так надоедаю? Прямо в глотке стою. Потому что чего не взяла того? Потому что сейчас тебя здесь не было. А мне взяли обратно? Ну, когда взяли, взяли, я уже за него вышла замуж. За эту козёл. Ну да, чем мужик с таким именем? Может, и впрямь лучше того? В смысле, за Васю замуж выйти? Тем временем, чтобы хоть как-то успокоить Стеллу, которая явно разошлась, Людвиг объявил внеочередной перекур. А потому, вдохнув немного табачного дыма и услышав звук тормозов «Жигулей», мы снова вернулись в дом цыганского барона Артура Чараря. Но самого крестного отца нашли по соседству. По старой неприятной традиции, беды имеют свойство приходить, так сказать, всем колхозам. И в нагрузку к истории с наркотиками неожиданно приболела мама барона, Ненека. Здравствуйте, Анна Алексеевна. Мамик любимая. Как дела?
болею. Чуть-чуть болеешь, да? Ну, кашляешь. А что ж ты без метаптики к шарандице? Ну, грипп этот, вироза сразу меняется. Я скажу правильно. Выпила стакан пива за сметаной. Я это пиво холодное. Холодное и в грудь, да? И тут меня тут уже. Ну, бывает, я очень любила в жизни пить. Эх, ненека, ненека. С таким-то опытом и от холодного пива заболеть. Особенно в день выпечки свадебных пирогов, по которым мама барона десятки лет слыла главным специалистом. Мне нужно, чтобы ты немножко там... Не надо ничего, только ты руководи, когда вот они пекут, когда вот это самое, как правильно там это самое заплести, крутить. А где вовремя там надо подмазать, где сахаром подсыпать. Ты же у нас это мастер дела, а? Известная стрифуха во всем бывшем Советском Союзе, а, Маник? А что за это будет? А за это мы тебе вознаграждение будет. Когда дам тебе деньги в руках, я очень и денежку дам тебе в руках. Не вопрос, не вопрос, Катаруга. Сколько тебе нужно? Вам чеком или наличкой? На первый взгляд ничего удивительного не происходит. Но если вдуматься... Еще тот винегрет получается. Старший сын торгуется с мамой о цене за выпечку пирогов для ее же дочери. Такого буйства красок, пожалуй, даже в самых старых районах Одессы не встретишь. Долларов нет у меня, но я... А мелочью возьмешь, то есть... Мелочь, не, ну, рублями вот, как говорится, вот этими молдавскими нашими. Какие? А? Леями возьмешь. Глядя, с каким упорством Ненека торгуется с сыном за каждые 50 лей, стало понятно. Никакая простуда и холодное пиво эту красавицу точно не возьмет. А пока Артур Чирарь боролся за здоровье мамы и наполненность своего кошелька, в его двор уверенной походкой зашли местные пожарники. Мы тут представили обгоревшие и обильно залитые пенкой скрытые камеры, которыми был нашпигован дом крестного отца. Но если дыма без огня не бывает, то пожарники без пожара вполне. С учетом постоянных разъездов большей части жителей Сорок, реальных пожаров в сравнении с другими городами в столице цыганского мира немного. А потому в большинстве своем спасатели за умеренную плату следят, чтобы от излишнего труда вдруг не загорелись руки местных жителей. Хоть дрова нарубить, хоть целое корыто теста помеси. Это всегда пожалуйста. Сейчас самолет. Анжелик. Яник шиповый котардану шкаф. Получив по 50 для бодрости духа, счастья, радости, пожарники приступают к выполнению боевого задания. Тем временем цыганскому барону Артуру Чирарю наконец удается дозвониться своему человеку в местной полиции. Уже через 10 минут они договариваются встретиться недалеко от местного главка. Барон просит не пугать человека табуном операторов с камерами. А значит, придется импровизировать. Добрый день. Как добрый дела? День. Все нормально. Нормально, не жалуются. Нормально. Да, ты мне скажи, пожалуйста, что я тебя вызвал? Есть там что-нибудь жалобы по поводу моих цыган, там заявления, что-то там, кража? В принципе, так серьезно нету ничего. Драки там? Или... Нет, драки, кражи нет. Явно привыкнув к серьезным заданиям и не менее серьезным поощрениям, милиционер даже не пытается скрыть разочарование. Но будучи сильным психологом и тактиком, а также просто человеком экономным, барон, не раскрывая козыри и даже сути вопроса, получает нужную ему информацию. Печку какую-то там самодельную сделали. И железную украли, что ли? Украли. Украли? Да, украли. Она большая какая-то? Ну, я не могу сейчас его вам показать. Ну, в принципе, печка. Ага. Железная. Но есть это заявление, да? Да, есть. Это у Молдована украли? Да. Понятно. Пока заявление о пропаже старой печки уже несколько часов веселит местных следователей, Артур Чирарь мысленно празднует первую победу. Общая картина вырисовывается, если не маслом, то уже карандашом. Неизвестный продавец зелья устроил тайник в дряхлой печке во дворе. Он явно предусмотрел все, кроме разве что многочисленных охотников за металлоломом. Оказывается, это из этой печки, вот. А это связь, потому что там работа у меня. И это у меня на работе, что я... занимаясь этими делами. Один из таких бойцов, даже не подозревая, что внутри вовсе не духовые пирожки, отнес ее в местный пункт приема, где печку прикупил дядя барона кузнец Орести. Найдя пакетик внутри, он рассказал об этом своему соседу. Стоит ли удивляться тому, что через полчаса о находке знали все сороки? А более сладкого бальзама на душу для врагов клана и придумать было сложно. Поймите меня правильно, это нечисть.
Это нечисть, которая нас хочет забрать, захомутать нас. Вот. И я всю жизнь боролся, борюсь и буду бороться вот с этим. Но куда подевались наркотики уже из дома кузнеца Орести? Это был последний вопрос, ответ на который гарантирует барону сохранение позиций в цыганском мире. Все, еще раз. Вот так. Давай. Все, давай. Они договариваются созвониться ближе к вечеру. Артур Чирарь уже со спокойной душой возвращается домой. Он убежден, доказательств его непричастности к распространению наркотиков в Сороках более чем достаточно. И что к чему нужным людям он расскажет уже сегодня ночью, когда на поминке умершей цыганки соберутся все Сороки. К чинно-благородному финалу со скоростью Усейна Болта шла ежедневная встреча друзей во дворе хранителя цыганских традиций Людвига. После того, как у всей троицы не набралось денег, чтобы сбегать за добавкой, чисто цыганские разговоры резко переходят в экономическую плоскость. Какая профессия имеет цыган? Имеет. Не имеет никакой профессии. Имеет. Вот цыганка сейчас вот в Кишиневе. А врач? Хирург. Врач. И какая она? Да, врач. У нас знает, у брат чита... мой родный тоже был зубной врач. Ну, один цыган через... 1000 цыган один вышел. Ну, а врач, что делать? Зубной врач. Ну, через один. Я тоже имею профессию. Какая профессия? День читающий и матюкаться. Ну, что сказать? Убедительно. Фантазия сразу рисует Сорочинский центр занятости, где услужливые дамы помогают представителям чисто цыганских профессий найти работу. Может, и впрямь барону предложить? Хотя пособие для всех гадалок в Сороках местный муниципалитет явно не потянет. У меня профессия есть. Я иду постоянно. Раньше украла деньги от мамы. И что? Она спала бедная, а я кошелек раз, взяла оттуда 10 рублей. 3 рубля, 4 рубля. Воровское дело. Воровское дело. Ну? И в город. Индийские фильмы идут. Я первая была когда там было в кассе. Раньше кинотеатр. Да. И я первая была в кассе. И когда покупала где-то 15-20 билетов, и все уже купили, местов нет. А я уже стала и продавала. Было 70 копеек, а я продавала рубль 50, 2 рубля. Mm-hmm. Видишь, бизнес. Какая у меня профессия была. Байки о стратегиях бизнеса из прошлой жизни прерывает голос Домки на улице. Прожив с Домкой целых 40 лет, Людвиг отлично знает. Приближаясь к дому, его жена начинает разговаривать громко, вовсе не из-за желания быть лучше услышанной собеседником. Говоря просто, это означает что-то вроде «спасайся, кто может». И наученному шваброй по спине Людвигу дважды объяснять не нужно. Внеочередное заседание клуба неанонимных икоголиков «Не алкоголик, а икоголик» объявляется закрытым. Но стоит ли сомневаться, что уже завтра, ровно в 11, этот квартет с одним потерявшимся обязательно встретится снова. Ведь несмотря на всю широту и непредсказуемость цыганской души, они очень ценят постоянство. Не успел Артур Чирарь вернуться домой, как его мобильный телефон снова стал требовать к себе внимания. Звонил тот самый работник местной полиции, с которым барон переговорил всего полчаса назад. Звезды явно благоволили крестному отцу. Ведь всего через несколько минут после его отъезда от главка, неизвестный, написавший с утра заявление о пропаже печки, срочно пришел его забрать. Ну хорошо, давай мы с тобой встретимся и переговорим, да. Лида, ты слышишь? Оказывается, то заявление, которое подали, что пропала эта печка, пришли и забрали заявление, якобы они ее нашли обратно. Нетрудно было догадаться, куда же подевался чудо-пакетик из дома кузнеца Орести. Видимо, написав с перепуга заявление в полицию реальному хозяину тайника в печке, быстренько удалось отыскать и вернуть пропажу. И хотя любые заявления в полицию не очень приветствуются цыганскими законами, Артур Чирарь решает сделать исключение. Да нет, ты я прав? Уже не в милицию пойду, я пойду в прокуратуру. И поставлю в известность о том, что, чего, как, что мне этот старик сказал. И пускай разбираются. Больше мне не остается ничего делать. Что я смогу сделать? Ты мне скажи. Доказать, что ты прав, и все. Ну хорошо, каким образом? Я же тебе сказал, что я хочу пойти к прокурору, хочу пойти к комиссару,
Хочу вот этот, который... Докажи всем, что ты прав. Все люди знают, что ты прав. Мотивов для частичной измены принципам у барона сразу несколько. Во-первых, официальная бумага и не менее официальные расследования будут гарантом непоколебимости позиций клана. А во-вторых, уж слишком много на местном кладбище могил тех, кто так и не познал настоящей цыганской жизни, начисто проиграв войну зависимости. Пускай они их, как говорится, найдут и накажут. По всей строгости закона. Потому что этих идиотов, этих сволочей я так ненавижу. Я готов своими руками вот так сгрызть, задушить просто. Несколько часов подряд в доме цыганского барона Артура Чароряда и в целом в Сороках стояла нетипичная для этих мест тишина. Женщины клана Чарарей готовились к приготовлению свадебных пирогов. Превращение теста в пироги и рулеты должно было начаться с появлением первой звезды. Звезда-то появилась. А вот свет на цыганской горке по непонятным причинам выключили. Но это лишь придало действу романтики и таинственности. Анжелик, рэпот у тебя параонр. Давайте макрыпи когато яг. Где я шащу к коле сторону салтарца? Тума сяга девур тумок. На-на-на-на, ну мол буш. Угол бонуш. Традиционно свадебные рулеты по начинке делятся на две группы. Одни с творогом, другие с маком. Причем мака принято насыпать со всей широтой цыганской души. А потому, попав на настоящую цыганскую свадьбу, правильно садиться рядом с зубочистками. Пока Лидия Алексеевна и ее младшая дочь Анжела шаманили с тестом, мама барона Ненека и его сестра Черна уже начали топить печь. Подносы с рулетами то и дело относили в соседний дом. А мы, подняв руки вверх, признали свое поражение. Ведь ни просьбы, ни деньги, ни обещания всего на свете не помогли узнать точный рецепт настоящего цыганского свадебного рулета. Сама вносила. Ну, правда, были 5 коньяков, 5 бутылок коньяка было около меня. Пиво за сметану и закуска, а кушать ничего не пошло. Не могла кушать. Потеряв надежду выведать у мальчишек и бальчиша военную тайну, решено было на время переключиться на барона Артура Чароря, который собирался сходить на поминки умершей недавно цыган. Поминки в цыганском мире – тема отдельного разговора. Во-первых, длятся 2 недели, а то и месяц. И все это время забальзамированное тело лежит в доме. У нас именно в Молдавии, значит, держат и 2 недели, и месяц держали. Все иногда спрашивают, что, почему вы держите? А вы мне скажите, давайте по логике. А когда я еще смогу, как говорится, увидеть его? Что 3 дня и все. Пока мы все съедутся, все братья, сестры, родственники, племянники, и будут присутствовать на похоронах, оплакивать, как говорится, этого покойника. Или покойницу. Во-вторых, на самих поминках ни намека на грусть. Музыка, крики и карты. Тут, как говорится, лучше один раз увидеть. Но недолго музыка играла. Пожалуй, впервые за несколько недель в столице цыганского мира местные авторитеты и их семьи были так сильно недовольны присутствием камер. Барону недвусмысленно дали понять, гаджо или чужим на понятном языке на поминках не место. Мы ушли, а барон остался, чтобы раз и навсегда закрыть историю с наркотиками, так взволновавшую все Сороки с утра. Тем временем мама барона Ненека, окруженная родственниками и соседками, начала загружать первую порцию рулетов в печь. Картинка радовала глаз, а цыганки вокруг шептали молитвы. Считается, что самые страшные порчи делают как раз на свадебные пироги и рулеты. И не дай бог кому-то, кроме родственников невесты, взглянуть на них сразу после появления из печи. Бабуля, может 100 грамм, а?
кто дает? Стоит ли удивляться, что уже через час нас вежливо попросили? Мол, реалити – дело хорошее, по традиции – традиции. А уже под утро уставший, хмурый и разбитый домой вернулся барон Артур Чера. Но что так взволновало крестного отца впервые за несколько недель оставшегося без наблюдения камер? Об этом мы обязательно узнаем. Ведь ровно через неделю мы снова вернемся в этот город, где жизнь идет по законам клана. Смотрите в следующей серии «Клана». Настоящая цыганская свадьба. С иконами, оружием и проверкой чести. Чтобы видели все, что у меня была честь. Понимаете? А без этого никак. Праздник наоборот. Найти деньги за день или остаться на улице. Делай порядок, мой, метай! Делай порядок в доме, что не делаешь. И как изменит чужая свадьба жизнь нашей старой знакомой Дарьи.